послал нам супруга, если брачный знать закон. Тот закон, закон испуга, правит браком только он. В чем же суть самой идеи обхождений для женой? Начинать беседу с нею нужно правою рукой. Правой рукой, левой рукой, начал одной, кончи другой. Супруга начнет притворяться для шоу. Это бальзам с мольбою на шею бросаться. Обычный трюк наших дам, но не стоит и стараться. Не верю я слезам. В обучении супруги быть не может суеты. С утра ставь в угол и учи до темноты, чтоб она не ускользала ни на миг из-под руки. Чтобы мужа почитала и считала синяки. Это за что? Сколько всего? Сто? Сколько? Супруга начнет притворяться, рыдать и обещать, с мольбою на шею бросаться и о любви щебетать. Да-д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 а. Рано супругу прощать. Да-д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 а. Не спеша приласкай жену и продолжай.